Архитектура – важнейшая из искусств Третьем Рейхе. Именно она должна была проложить мосты традиций к будущим поколениям. Возводя гигантский стадион Цеппелинфельд в Нюрнберге, архитектор Альберт Шпеер мечтал о том, как романтически будут выглядеть его развалины спустя века и на какие подвиги они вдохновят потомков. Закон развалин диктовал возведение монументальных гигантов. Размах был таким огромным, а планы так грандиозны, что самостоятельная человеческая личность просто не могла вписаться в это светлое будущее. Тогда я была слишком молода и ни в чем не участвовала. Знаете, как это было? Это же был национал-социализм, он втягивал в себя все, что вовне. И ты должен был решить, как ты оттуда выберешься. ...1934 год. Утро в германской семье начинается с радио. После новостей следует передача «Час нации». Сегодня в эфире рассказ о положении немцев в Сааре, области, которая по Версальскому договору была на 15 лет передана в управление Лиги наций. В Сааре была большая дискуссия. Были опасения, что произойдет агрессия извне. И вопрос был в том, что тогда будет. Ja, was wird denn dann? После передачи концерт. Народные саарские песни. После обеда из программы «Час юношества» молодежь услышит историю Саарской области. Только за один год 544 передачи, посвященные Саару. Also die ganze Frage, wird es Hitler gelingen? Весь вопрос заключался в том, удастся ли Гитлеру присоединить Саар, нарушив международные договоренности и при этом без сопротивления. И этот этап Гитлер выиграл. Нацистская Германия, если рассуждать формально, самая демократическая страна в мире. По любому поводу руководство советуется с народом. И все инициативы власти триумфально одобряются гражданами Рейха. Не стал исключением и январский референдум 1935 года о присоединении Саара к Германии. 90% за. Да, конечно, мы были за. Почему? У нас были родственники в Саарланде. И наши родственники, конечно, говорили, мы немцы, и мы хотим остаться немцами. Хорошо, если придут немецкие войска, тогда у нас будет уверенность. В высших кругах многие были воодушевлены, потому что Германия снова получила авторитет, добивалась все больших успехов, она снова была значимой. Еще один эксперимент 20 века. Нацисты в пику коммунистам стремятся создать свой социальный рай на земле. Для этого нужно совсем немного. Из массы несовершенных людей воспитать сверхчеловека, способного отбросить устаревшие моральные нормы, как ненужный хлам, и диктовать всем прочим свою волю. Von Hitler, wo immer mehr, also sozusagen nach Deutschland все больше стран Гитлер присоединял якобы мирным путем. Ситуация становилась все острее. Конечно, люди опасались, что будет война. Но фразу «Фюрер как-нибудь с этим справится» произносили все чаще и увереннее. Представление о народной общности активно культивировалось в нацистском искусстве. Особенно удавалось живописцам показать благородство немецкого солдата и скромность хранительницы очага арийской женщины. Я была очень активной и всегда за Отечество. Я искренне верила в то, что бедным немцам за границей, в Польше, в Чехии живется очень плохо, и что нужно что-то делать, помогать, собирать что-то.
Мы выросли в позоре Версальского договора. Остальные хотят нас уничтожить, поэтому нужно, не жалея себя, работать для Отечества, чтобы его возвысить. Это было гражданской позицией. И национал-социалисты этому способствовали. Но от пропаганды быстро уставали. Одним из способов уйти от действительности было кино. В воскресный день обычно немецкая семья отправлялась в кинотеатр. Кино стоило 25 пфенигов. Мы часто по выходным ходили в кино всей семьей. И мы стояли в длинной очереди перед тем, как войти. А 5 пфенигов еще оставались на конфетку. Иногда мы выходили недовольные, Фея, это был не мой фильм. Штумфильм. Но больше всего мы любили смотреть фильмы про индейцев. Геббельс, рейхсминистр пропаганды, понимал кино как возможность мобилизовать эмоции и сковать разум. Ради этой цели Рейх вкладывал в киноиндустрию громадные средства. Число кинотеатров выросло до 7 тысяч. Каждый год на экраны страны выходило больше 100 фильмов. Среди них 90% развлекательных. Комедии, мелодрамы, музыкальные фильмы, детективы. Но был еще утренний показ в воскресенье, куда мы постоянно ходили. Там показывали документальные фильмы. Часто шли ленты о Первой мировой войне, где герои сражаются, солдаты прославляются и так далее. Должен сказать, меня эти фильмы впечатляли, и они действовали. С приходом к власти нацистов киножурнал «Wochenschau» демонстрировался перед каждым сеансом. А с конца 30-х Гитлер лично редактировал каждый его номер. Und natürlich kam vor dem Film kam eine Wochenschau. А перед фильмом показывали хронику «Wochenschau». Там, конечно, политические события. Например, король Англии празднует день рождения. Парадные марши в Нюрнберге. Военные парады тоже показывали. Милитарная парада была тоже показана. За 12 лет посещаемость кинотеатров выросла в 5 раз. Ярко выраженных нацистски ангажированных лент выпускали немного. Но обыватели охотнее всего выкладывали деньги за фильмы, поддерживавшие нацистскую военную идеологию в ненавязчивой манере. Рекорд по посещаемости – лента «Концерт по заявкам». На нем можно было и поплакать, и посмеяться, и обрести надежду на то, что все будет хорошо. Сегодня говорят, как можно было тогда, во время войны, смотреть такие любовные истории. Конечно, это было для развлечения. В общем, совсем примитивные, слащавые вещи. Военные фильмы типа «Я был такой стойкий». Воспитание маленькой Габриэлы складывалось не совсем типично. Очень рано девочка познакомилась с русской классикой. Еще в школе стала мечтать о том, чтобы выучить незнакомый, таинственный русский язык. Но когда Габриэла закончила школу, даже имея деньги, она не могла поступить в высшее учебное заведение. Незамужние девушки обязаны были отработать в сельском хозяйстве, которое остро нуждалось в трудовых ресурсах. Это называлось обязательной трудовой повинностью. Габриэлла попала на границу с Польшей.
Работа была очень тяжелой. С крестьянами мы совсем не говорили о политике. У них были свои заботы об урожае, о скоте. Мы организовывали ночные шествия границы. В деревнях тогда еще были поляки, они носили свои национальные костюмы. Я считала, что поляки плохие, что они наши враги. Ведь мы думали, хоть и злые поляки, они украли нашу землю. Так было. Если тогда посмотреть на все эти плакаты, это, например, плакат, который хорошо известен. Советский солдат с ножом в зубах, с которого капает кровь. Конечно, у нас были соответствующие представления о том, что происходит в СССР. В конце лета 1939 года, за неделю до начала Второй мировой войны, был подписан знаменитый пакт Молотова-Риббентропа. Этот дипломатический ход сильно озадачил немцев. В национал-социалистическом рейхе мы изучали Карла Маркса, коммунистический манифест, поскольку учитель сказал, что надо знать, что думает твой враг, иначе нельзя с ним по-настоящему бороться. Вдруг после этого Адольф Гитлер заключил мир со Сталиным. И мой дядя, коммунист, сказал: «Вы слышали?» Все теперь в порядке. Теперь у нас будет советская Германия. Я обратился к дяде, который мне рассказывал про Советский Союз. Ведь, судя по его рассказам, никогда нельзя было бы предположить, что Сталин договорится с Гитлером. Сталин поднял тост за Гитлера. Это было невозможно осознать. 1 сентября 1939 года Германия вводит свои войска в Польшу. Операция Вермахта получила кодовое название «Вайс». Начинается Вторая мировая война. Nach der Zerschlagung Polens wurde die deutsch-russische Demarkationslinie festgelegt. An dieser Grenze trafen jetzt russische Beamte übergeben den ersten Zug den deutschen Grenzbehörden. Моя мама не хотела даже иметь радио, чтобы не слышать этот ужасный голос Гитлера. В сентябре 1939-го все окна были раскрыты настежь, поскольку было очень тепло. Гитлер, конечно, орал, у него был такой голос, что мы начинаем с Польши наш победный поход. И моя мама сказала: закрой сейчас же окно, я не могу слышать этого. Именно в эти тревожные дни, в самом начале сентября, Габриэла Лич отдает свои документы в тогдашний Берлинский университет Фридриха Вильгельма на отделение восточной европейской славистики. И вся ее жизнь меняется. Окончательно я все поняла только в университете, где я встретила много умных людей. Профессор Фасмер был из России, и у него было много связей с Советской Россией и Польшей. А страна тем временем ликовала, празднуя первые военные победы. Конечно же.
Польша пала за 18 дней, капут. Нападение на Францию, и снова через самое короткое время такой значимый враг повержен. Другие государства заняты. Дания оккупирована, Норвегия. Все развивалось по восходящей. Не правда ли? С точки зрения немцев. И это было здорово ощущать себя победителем, не так ли? Помню, как мы на факультете были обескуражены, узнав о быстрой победе над Францией. Я как раз сидела в библиотеке, углубившись в изучение повести временных лет, когда в комнату ворвался молодой научный сотрудник. Опять победа! Во дворе института гремела победная песня. Когда началась война с СССР, многие стали задавать вопросы. Что мы будем делать с этой большой страной? Справимся ли с ней? И успокаивали себя. Да они ничего не могут. Зачем беспокоиться? У них нет хорошего оружия, они и стрелять-то не умеют. Они и в школах не учились. В самые тяжелые годы войны Институт славистики в Берлине стал для Габриэлы островом спасения. Нацисты вынуждены были мириться с тем, что в самом центре столицы молодые люди изучают славянские языки и пишут научные работы по слову о полку Игореве. Правительство разрешало это только потому, что в случае завоевания России, во что, безусловно, все верили, нам нужны были люди, знающие русский. В этом направлении мы и учились. Heranstürmende feindliche Panzer werden in direktem Beschuss vernichtet. Die wütenden Angriffe der Bolschewisten brechen immer wieder im Feuer unserer Punkte auf der Strecke Moskau. Zivilisten werden zu Aufräumungsarbeiten eingesetzt. Das Wasser ist knapp, die Leitungen sind zerschossen. Der kürzeste Weg zum Verbraucher. Die Sowjetunion schrecklich. СССР – это кошмарно, Сталин – это ужасно. Этого мы вдоволь наслушались от эмигрантов. Я тогда все время думала, бедный народ. Мы знали, конечно, о ГУЛАГе, а я всегда питала большие симпатии к русским людям и представляла себе, насколько это ужасно. Институт славистики, где училась Габриэла, был непосредственно подчинен Министерству восточных территорий под руководством Розенберга. Именно оно ведало оккупированными советскими землями. И ему время от времени требовались консультации ученых-славистов. Однако нацисты не могли полностью доверять тем, кто в самый разгар войны штудирует язык врага. Это было очень-очень опасно. И мы знали, что когда начинался семестр, было 2-3 новых человека, то кто-то из них был доносчиком. С течением времени в их тесном кружке выработался хитрый прием, чтобы точно опознать ярого нациста. Определить национал-социалист он или нет, можно было потому, как он поднимал руку.
С 35 года, я точно не помню, если человек хотел что-то сказать, он должен был сначала сделать вот так. А кто делал так, это уже было и у профессоров в университете, вот так. Это уже все знали заранее, не нацист. А когда нужно было говорить «Хайль Гитлер», я, правда, обычно никогда не говорила, но когда мы должны были это делать, я говорила «3 литра». Но я ведь не знала об ужасных вещах, например, об Аушвице. Мы видели, конечно, что люди пропадают в лагере, и вряд ли им там хорошо. Но ничего о еврейском вопросе нам было неизвестно. Это было бы недопустимо для честного человека. В 43-м году Габриэла решила выйти замуж. Жених оказался на четверть евреем. Это было против нюрнбергских законов. Но в 43-м году для рядового солдата было уже не так существенно. Так что ему без проблем подтвердили, что он ариец. А потом в бюро записи актов гражданского состояния мы оба должны были снова подтвердить, что мы арийцы, и мы это сделали. Мой будущий муж сказал, никто не знает, вернусь ли я назад. Поэтому нужно скорее пожениться и по возможности завести хотя бы одного ребенка. В 44-й год. Это было такое ужасное время. Даже роды, когда на нас постоянно сыпались бомбы. Нельзя было найти машину, чтобы доехать до больницы. Поэтому я родила в подвале. И акушерка пришла с стальным шлемом и топором, поскольку если бы нас засыпало, и мы были погребены, она смогла бы расчистить завалы. И ребенку был повязан пояс, на котором было написано, как его зовут и какие у него родственники. Поскольку много было детей, о которых никто ничего не знал. Для немцев наступило очень тяжелое время. Советские войска все ближе подходили к Берлину. Мой муж был на фронте в России, у меня маленький ребенок на руках. Ты должна выжить. Ты должна выстоять перед всем, с чем сталкиваешься. У всего этого есть высший смысл. Вы, наверное, вряд ли поверите, но я нашла в своем дневнике фразу. Русские окружили нас. Теперь то, что мы делали, возвращается к нам. Из книги Габриэла Личанспах. И вот началось. 26 апреля 45 года два русских танка стояли перед нашим садом. Первая встреча с русскими солдатами была так. У нас стоял внезапно большой танк, и я думал, это теперь наш конец, но лучше туда идти, чтобы они не пришли, вошли к нам. И я с маленьким ребенком, я туда к панцирю шла. И что случилось? Русские солдаты вышли и дали ребенку хлеб. Это было самое первое, что я видел от русских.
наш родной город Ржев немцы вошли уже 14 октября 1941 года. Все в черном и рядами. Мы думали, это как черти идут. Нам было очень тяжело, а русским было еще хуже. Они очень мучились. Как только вечер, лезем в подполье. Помню, что город был разрушен. Мост через Волгу постоянно обстреливали. Когда шли эти страшные бои, мы не видели людей в городе. А осталось десятки людей, которые были опухшие от голода. Тогда на войне с другой стороны стояли русские солдаты. А теперь мы вместе. Теперь мы хотим примирения с ветеранами города Ржева и со всем русским народом. Письма из русского Вердена в пятницу в 23 часа на нашем канале.